The way your body syncopates, you're driving me crazy. And lately I ain't thinking straight. Your body's amazing. Всем привет. У меня на завтрак сегодня кутабы. Здесь это уже остатки начинки. Одно яйцо, зеленый лук, брынза соленая, болгарская и сыр. Никаких специй и соли я не добавляю. Очень тонко раскатываю тесто на машинке. Потом складываю вот так вот. Определяю, куда мне выкладывать начинку. Выкладываем. Очень тонко, много не надо. Эту начинку можно заменить просто на сыр. Можно из мяса делать. Они очень тонкие. Жарятся на сухой сковороде. Заворачиваю. Прижимаю, чтобы выпустить весь воздух. Дальше беру тарелку. И краем тарелки... Ай, прилипло. Сейчас муку. И краем тарелки обрезаю. Готово. Вот такие пирожочки тоненькие получаются. Переходим к следующему. Выпекаю на сухой сковороде. Жарятся они очень быстро, до слегка румяной корочки. Затем смазываю сливочным маслом. Тесто здесь самое простое. Буквально вода, мука, сахар, соль. И я добавляю немного разрыхлителя. Сейчас посмотрим, что у нас там. Еще чуть-чуть, и будет готово. Что блины, что эти штуки, я переворачиваю руками. Вот так. Вот до такой степени зажариваем. Сильнее не надо, иначе тесто подгорит, будет не очень вкусно. Доступное, незамысловатое и вкусное блюдо готово. Сегодня оно будет у меня употребляться с компотом из сухофруктов. Обожаю вот такие советские стаканчики. И посмотрим, что у нас внутри. Смотрите, какая красота. Это очень вкусно. Сыр плавится, тянется. Остались у меня кусочки теста, начинка кончилась. Я добавил просто куски колбасы. Тоже вкусно. Со шпинатом классно и с брынзой. Попробуйте приготовить. Готовится все очень быстро. И все очень вкусно и просто. Всем спасибо за просмотр. Пока.